эту медитацию на встречу с собой в будущем делаем только после 22 часов. Тогда открывается наш портал в подсознание. Мозг уже хуже работает, он готовится ко сну, и у нас есть возможность встретиться с собой в будущем и получить ответ на свой вопрос. Приготовьте вопрос, на который вы бы хотели узнать ответ. Перед началом медитации выпейте стакан теплой воды и убедитесь в том, что тебя никто и ничто не может отвлечь. Здравствуйте, с вами Лара Шум. И сегодня мы с вами отправляемся в ваше будущее. Внимание! Важно! Ответы могут быть разными. От варианта, как это сделать и через что воплотить, а также можно получить ответ, что этого делать ни в коем случае не стоит. Поэтому будьте максимально честны с собой и внимательно слушайте, что говорит ваше будущее. Не давите на него своим хотением, а расслабьтесь и получайте информацию. Выбери удобное положение. Если ты в кресле, то развались в нем. Главное, чтобы тебе было максимально комфортно. Закрой глаза, расслабься, забудь обо всем. Отключи сознание, забудь, где находишься, забудь все, что должна сделать. Сейчас ничего не имеет значения. Только ты и этот момент. Только ты и этот момент. Слушай мой голос и следуй за мной. Глубокий вдох. Задержи дыхание. Выдох. Вдох. Ты и этот момент. Перенеси свое внимание на тело. Почувствуй свое тело, как оно располагается в пространстве. Ощути пространство в твоей голове и пространство вокруг головы. Почувствуйте свои шею и плечи. Ощути пространство вокруг твоего сердца. Послушай его ритм, как оно с каждым твоим вдохом начинает стучать все медленнее и медленнее. Пространство вокруг грудной клетки. Почувствуй пространство вокруг рук. Ощути пространство вокруг позвоночника. Ощутите пространство в вашем животе. В середине и внизу живота. Ощутите пространство вокруг вашего таза и бедер. И вот мы ощущаем пространство вокруг ступней. Все тело расслаблено. В вашем сердце
зарождается яркий теплый свет. Он плавно растекается по вашему телу. Грудь, живот, руки, ноги, голова, ступни. Вы полностью поглощены этим светом. Вам хорошо и комфортно. Вы мягко плывете на волнах света. Ваши ноги становятся воздушными и невесомыми. Ваши руки мягкие и изящные. Голова легкая и свободная. Ваше тело перестало иметь вес. Вы летаете, в невесомости, как легкое перышко, наполненное светом. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Вы без напряжения поднимаетесь над своим телом и зависаете в пространстве. Вы парите над своим телом. Постепенно вы теряете связь с телом и переносите себя в место, в котором должны оказаться, навстречу с собой в будущем, чтобы задать себе тот вопрос, на который вы хотите получить ответ. Вы в том времени и в том месте, в котором хотели оказаться. Найдите себя. Увидели, какая вы, какой вы, как выглядите. Ваша прическа, одежда, ваше тело. Какое у вас настроение? Понаблюдайте за собой. Вам нравится ваша версия себя в будущем? Теперь пришло время подойти и поздороваться. Она, он знает, кто вы, улыбается и обнимает вас. Он, она знала, что вы придете, готов дать вам ответ на ваш вопрос. Вы идете туда, где вам никто и ничто не может помешать. Это комфортное и уютное место. Вы садитесь. У вас есть время, чтобы задать ваш главный вопрос. Поблагодарите себя. Запомните информацию, полученную в будущем, и возвращайтесь обратно в ваше тело. Ноги, таз, живот, грудь, руки, шея, голова. Сделали вдох, выдох, вдох, выдох,
Вдох, выдох. С возвращением вас. Сейчас обязательно, чтобы помнить, запишите, что вам сказали, что надо сделать, куда пойти, что предпринять, чтобы ваше будущее воплотилось в реальность. Это и будет началом пути к реализации вашего вопроса. С вами была Лара Шум. Я желаю вам исполнения всех ваших намерений.